Заседание Политсовета областного филиала партии «Нур-Отан» с участием председателя Восточно-Казахстанского областного филиала Акима области Даниала Ахметова в связи с эпидемиологической ситуацией прошло в онлайн-формате на платформе Zoom. На заседании был рассмотрен и утвержден список делегатов на внеочередной 21-й съезд партии «Нур-Отан», который состоится 28 января в городе Нур-Султан. Заседание также пройдет в онлайн-формате со строгим соблюдением санитарных норм. На съезде партии Восточно-Казахстанская область будет представлена 31 делегатом. Как отметил глава региона, 11 января президент Касым-Жомарт Токаев поставил ряд серьезных задач, а последние события, которые произошли в стране, показали умение сплотиться и работать как одна большая команда. Именно такой единственный командный дух дает веру в то, что мы вместе преодолеем все испытания. Только правящая партия способна обеспечить консолидацию всех конструктивных сил в обществе, мобилизовать имеющиеся ресурсы и работать на сохранение стабильности в обществе. Поэтому важно и дальше работать, не покладая рук, как единая команда. Мы должны показать, что мы сильная команда, мы поддержим инициативы главы государства, работаем на благо своей страны. В ходе заседания был выбран 31 депутат. Они отправятся на внеочередной 21-й съезд партии, намеченный на 28 января, который пройдет в онлайн-формате. По центральному списку тех человек, из них члены политического совета партии, Жайылганова Анар Муралкызы, Кенжеханкулы Раулан, Новолодская Зоя Владимировна, Нугумаров Айбек Кирикбович, Танысбай Лязат Муратовна, член Центральной контрольной регионной комиссии Курмангалиев Арман Айтмуханович, председатель Республиканского общественного совета противодействия коррупции Саиров Ерлан Биахметович, персональный и первый заместитель председателя Восточно-Казахстанского областного филиала партии два человека, Ахметов Даниил Кенжетаевич, Чумаков Олег Васильевич. В завершении заседания Даниил Ахметов подчеркнул, что дружба народов Казахстана – важнейший фактор развития общества, а также поблагодарил участников партии за работу и проявленное неравнодушие. Алексей Сафонов, Алтай Акпарат.